И здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске кооперативный кошмар, эволюция бомбермена, бегущая тень, мятная аркада и туристический пазл. Приступим! Nightmare Cooperative – это новая игра в жанре roguelike или рогалик, кому как по душе. Особенностями жанра являются случайно генерируемые уровни и неминуемая гибель персонажа. В Nightmare Cooperative враги передвигаются только тогда, когда двигаетесь вы. Эдакая одновременная пошаговость. Сложность добавляет то, что вам придется управлять несколькими персонажами одновременно. Чем больше шагов, тем больше ловушек. Чем больше ловушек, тем больше сложность. Чем больше сложность, тем больше награда. Bomb Squad – это настоящий праздник для всех любителей кооператива. Цель игры – выжить, подрывая все на своем пути. Выбрав один из трех режимов игры, ты сможешь сразиться с друзьями и недругами за почетное место лидера. Ставь ловушки, подрывай, сбрасывай и бей противников. Полная свобода действий, тебя ждет захватывающий геймплей, красочная графика, куча уровней, мини-игр, возможностей и бонусов. Running Shadow – это крутой раннер с элементами RPG, главным героем которого является наглый вор и ассасин, ищущий сокровища и приключений на свои кожаные штаны. Тебе предстоит пересекать фэнтезийные миры, наполненные магами, нефилимами и чудовищами. Ты сможешь прокачивать героя и улучшать его экипировку для истребления врагов не только мечом, но и магией. Уклоняйся от препятствий, сражайся с нечистью и разгадай тайну древних. Nippy Cats – это веселая аркада про то, как котейки любят мяту. Тебе предстоит удерживать мяту так долго, как только сможешь. Уверяю тебя, ты минуты не продержишься. Каждый котя обладает своей скоростью, бешенством и аппетитом. Ведь одни мята ради забавы, а другим лишь бы ширнуться разок. Самые буйные любят вступать в драку или вздремнуть на пути, что дает тебе фору на несколько секунд. Как видишь, задача не из простых. Так что хватай мяту и покажи, кто в доме хозяин. Pocket Puzzle – это забавный туристический пазл. Ваша задача – успеть упаковать шмотки в чемодан до вылета самолета. Каким будет этот чемодан, решать уже вам. Вы сможете бросить вызов своим друзьям и устроить соревнование по скоростной сборке чемодана. Глядишь, и в жизни пригодится. Так что качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.